Сложности. Вы понимаете, вот есть фотка, например, Чентрали, да? Чентрали. Я все-таки снова его пересниму, потому что, ну, он очень, очень шикарный. Я хочу все-таки там в хорошем качестве снять. Понимаете, есть фотография, да, 1864 года, где видна только крыша. И как бы я представляю, что по идее его откопали, да? Но если я представлю, что откопали 50 метров здания, плюс то, что внутри ведь, понимаете? Это все забито. Вы понимаете, когда квартиру убираешь, она очень грязная, вы просто сходите с ума, как вы устаете, да? Вот. А представьте, откапывать весь мир, вот там все должны были откапывать, весь все, только не войной ничем заниматься, только все должны были откапывать весь мир от метро, например, да? Потому что во всем мире там практически метро в больших городах. И все вот эти огромные здания, которые, в общем, то ли закопаны, я уже с блогерами с этими, то ли они откопаны, то ли они закопаны, понимаете? То есть с потопом все нескладно у них получается, нескладно. Сказали, и все, вот там мелочи, это же нужно все до мелочей уже все разбирать тогда уже, извините меня. Вот, поэтому, как бы, идея прямо с великанами тоже, как бы, с великанами, вот только с великанами. Потому что я же вам сказала, что рядом с очень огромным встречается очень мелкий, тут же, прямо рядом. То есть это не, это как бы было бы странно для великана, понимаете? То есть это может быть такое, что либо они, все кто-то там рядом существовал все вместе, и либо это то, что вот жило, не знаю что, оно могло менять абсолютно размеры свои. То есть это действительно что-то, как бы, получается, даже без скелета. Вот, это вот как бы может быть. То есть они могли бы и огромными быть, когда им нужно. Потому что ведь только всегда быть огромным тоже очень, как бы, неудобно для, ну, для вообще для самой как формы жизни. Как бы только быть вот это огромным тоже неудобно, понимаете? Ведь не везде пройдешь, не везде не это. Это то, что и нас как бы изобрело, это, оно могло менять вообще абсолютно себя, абсолютно свои размеры даже, все свое, растягиваться, стягиваться, там, превращаться в микрокосмос, макрокосмос, как бы, опять же, это я так просто слова говорю, чтобы показать размеры, понимаете, вот, поэтому... Я почему мне не нравится? Я не могу, нет у меня еще прямо, вы знаете, ну если бы у меня был флеш, я бы, наверное, была там уже вообще, там, ну, меня положили бы рядом с Амброзиум. Как безвременно ушедшую, да, святую Наталью. Вот, поэтому, как бы, ответить я вам не могу, но я вам говорю, почему мне не нравятся другие идеи, как бы, вот. То есть там великан либо там, я не знаю, потопы. Вот эти, в моем, во всяком случае, моя логика говорит, нет. Не так все просто, понимаете? Вот. То есть все, что вот как мы, я говорю, что как вот мы живем вот здесь, на этом слое, даже не в реальности, вот, хорошее слово, слое, мы в этом слое живем, культурном, да, это, как сказать, получается, вот как бы вот так вот надо было, вот так вот запрограммирован для нас, понимаете, а не какое-то там стихийное сочетание чего-то, каких-то явлений, каких-то, не знаю, внезапно возникшая жизнь, как бы. Вот, мы будем дальше думать, в общем, ребятушки, будем дальше думать. Я очень хочу, чтобы вы все-таки посмотрели, чтобы понять мой ход мысли, когда вот эта вот, вот эта Ирида, она Ирис, она, я посмотрела на Ирис, она вот разговаривает, хотя бы вот как она разговаривает, я не знаю, с Синдбадом, например, да, вот. Тоже Синдбад там тоже очень интересно нарисован, как бы, он похож типа на вот этих вот, на Иисуса чем, то есть он, в смысле, он похож на... В общем, на богоизбранную нацию. Вот. Хотя, по идее, он сиракузы, понимаете, как по идее-то он как бы сицилианец-то, да, как бы Синдбад. Но он похож на богоизбранную все-таки рацию, да, рацию, ну, нацию. Вот.
И в этом что-то тоже есть. Я говорю, что они какие-то, с них, мне кажется, может, начался эксперимент, не знаю, как бы по выявлению там. Вот. В общем, хорошо, кто-то нами экспериментировал, да, чтобы мы такие, сякие там вышли, но с ограниченными возможностями. Вот это вот точно, это я могу 100% сказать. Наложен сразу, не то, что там мы там божественные создания, мы можем летать. Да не, не, ребята, у нас конкретно есть программа, наложена на нас, вот. Нам нужно, мне кажется, жить, вот, как бы выполнять их требования, понимаете? Просто. Когда верят в то, что революции происходили, ну, народ там стихийно кого-то сносил, но я вообще-то поверить не могу, понимаете? Вот, поэтому, как бы, ну, вот мы же живем, мы же видим, что никакие революции не придет, прилетят самолеты, там, 2-3 бомбы скинут, все, все успокоились, понимаете? Вот, поэтому у нас ограниченная все-таки функция, и нам все-таки нужно кушать, нужно там, и там еще кое-чем заниматься, да, там, и там спать надо, как бы, и сны, ну, и рассуждать там, конечно, нам дают, как бы, да, болтать-то дают, дают. Потому что болтая, мы никому, понимаете, когда мне говорят, он много знал, он говорил, и что? Вот что-то поменялось, хоть от одного человека, хоть что-то поменялось, как бы ничего не поменялось, понимаете? Поэтому, что он знал, что он много говорил, пострадал за веру, ну, тоже, ну, смешно, смешно, понимаете? Вот. Поэтому, как бы, у нас, мы можем, да, может, есть люди, которые вот, значит, очень сильно, вот там, например, верующие, да, они, например, там живут там очень там аскетично, и, значит, там, они действительно, у них есть что-то вот повыше, чем у других, да, но все равно, как бы, они просто очень хорошо выглядят, если бы они там, например, решили там, я просто отмечаю, что, живя вот такой образом жизни, они очень хорошо выглядят на самом деле. То есть это как-то все-таки вот это вот отказ от всяких там мирских этих, она вот как-то молодит. Но так, чтобы они в чем-то продвинулись, и хоть кто-то бы из них залетал, или что-то там сон себя вылечил там. То есть если святой заболевает, он умирает. И что? И все, как бы. Вот, поэтому давайте что, я вам показала стенушку, как бы сейчас я пойду домой, уже я тут разболталась. Сегодня такая болталка получилась. Ну, я думаю, что вы не в обиде, я сняла тут и красоты, да, как бы опять я костелушку вам сняла. Короче, ребятушки, пока-пока.